Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, вы смотрите программу «Фейк Машина». На прошлой неделе в выпуске было сразу две проверки, я так посмотрел, и вам это понравилось. Я решил, если проверки маленькие, там видео получится на одну минуту, то я буду объединять их. Первая проверка заключается в том, что если шарик поднести к огню, то не лопнет при том условии, что в нем есть вода. Думаю, сначала логичнее было бы проверить, лопнет ли шарик, если просто поднести его к огню. Теперь я налил в этот шарик воду, она здесь есть, и просто подносим шарик к огню. Так, я боюсь. Но нет, смотрите, он действительно не лопает. Если уж это подтвердилось, то я объясню, почему так происходит. Когда мы нагреваем шарик, одновременно нагревается вода, и она охлаждает резину. Ну что ж, долго так держать нельзя, потому что вскоре вода вскипятится, и опасно будет, если шарик лопнет, поэтому я тушу свечку и говорю, что это правда. И раз уж шарик не лопнул из-за огня, лопнем его традиционным способом. Вторая проверка заключается в том, что если бросить яйцо на воду, на которую мы предварительно постелили газетку, то оно разобьется. У меня здесь полнейший тазик с водой. Сейчас я брошу туда просто яйцо, чтобы проверить, разобьется ли оно без газетки. Становимся на кровать и бросаем яйцо. Главное сейчас не промазать. Так, вот, примерно так вот. Ну, я не знаю. Воды выплеснулось много, но яйцо вроде не разбилось. Бросаем яйцо. Яйцо полный трындец. Кстати, мне повезло, что оно было вареное, иначе бы мне пришлось много убирать. На тебе еще яичко. Блин, я еще больше воды разлил. Ну, пофигу. Будем бросать до тех пор, пока оно полностью не разлетится. Ему, короче, полный трындец. С бросанием на сегодня хватит. Обе проверки оказались правдой, поэтому все четко. Ну а я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, отправляйте видео друзьям. И также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!